Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Тихо-тихо-тихо! Похоже, что это телепорт в другое измерение. А другое измерение у нас называют беспредельное запределье. Ну что ж, давай попробуем зайти. Вхожу. Воу! Дым, огонь и зеркало достижение открыл. Стеклянная пустыня. Нифига себе. О, смотри. А это, по-моему, та планета, на которой я находился. Или это Луна. Короче, непонятно пока. Ладно, пойдем пройдемся. Эй, подождите, рано меня вернули. Я еще здесь не побродил. Так, тихо. Обходим телепорт. Ну что ж, нас здесь ждет. Блин, у меня правда все сумки забиты. Но ничего, думаю, прорвемся. Оу, как здесь красиво! Просто капец. Смотри, какие облака интересные. Так. Ну это реально на пустыню похоже. Блин, очень здесь классно. Спускаемся вниз. Что у нас здесь внизу? Какие интересные кристаллические штуки. Что это вообще такое? Блин, здесь вообще никого нету. Тишина, смотри, просто пустыня. О, статуя слаймика. Там он что-то светится. Что это такое? Это вы шутите или это... Наряженный кактус. Оу! Здорово, дружище. Так. Нифига себе, вихрь. Ты посмотри, как они тут перемещаются на вихрях. Круто. Как серферы. Дружище, а ты чё кушаешь? Он любит фрукты. Так, он дал мне плорт. Давай мы его заберем. Дервиш слайм. Весь день вертится кругами и всю ночь спиральками. Заберем-ка мы вот этот плорт. А желтый оставим. Так, подожди, что покраснело-то так? Воу-воу-воу, что это за краснота появилась? Я не понял. Это типа солнце восходит. Вообще все кругом покраснело. Жестко. Мне бы здесь не испепелиться от жары-то. Здесь вообще кругом ни одной живности, никакого звука, кроме ветра и песка. Подожди, курица? Куркурица, ты что здесь делаешь? Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо, ай-яй-яй, какого лешего? Ядрен батон. Ты посмотри, какие смайлики появились. Просто из недр земли вместе с этими языками пламени появились. Так, курица, ты жива? Тебя не испепелило? Блин, ты смотри, какие штуки летят. Опасно, очень опасно. Ё-моё, что это такое падает? Пипец. Какая-то магия. Дружище, если я тебя возьму, я не обожгусь. Давай-ка я тебя вначале водой потушу. Ой, зря я это сделал. А, я понял, хорошо. Значит, а это что такое? Ты кто такая? Давай-ка ее водичкой польем. Ей, по-моему, пофиг. Ай! Воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. Что это такое? Так, красное эхо я оставлю, оно мне не нужно. Возьму слаймика вот этого. Огненный слайм, как маленький костер. С той лишь разницей, что он не стоит на месте. Так, идем дальше. Вроде бы покраснения прошли. Я надеюсь, что здесь будет поспокойнее. Что вот это вот за штука? Мне очень любопытно. Как с тобой взаимодействовать? Ну, кактусы здесь просто няшность. Хотя здесь что-то даже ничего не нарисовано на них. Так, дружище, стой. Тебя я забираю. Оу, смотри, какие курицы. Блин, и ладно, вот этот плорт выкину. Возьму вот эту курицу. Крашеная курица. Некоторые думают, что именно она скрывается на конце радуги. Полное разочарование. Стеклянная пустыня – очаровательное место. Но тебе надо быть начеку. В любой момент могут возникнуть опасные солнечные аномалии, которые позволят всей чертовщине ненадолго вырваться на волю. Ну, это я уже видел. Ты опоздал немножечко. Ой-ой, тихо-тихо. Ты опоздал немножечко со своим сообщением. Что это такое? Что это тут светится? Смотри-ка, ну-ка давай зайдем сюда. Опачки. Здесь еще какие-то руины. Словно здесь какие-то люди жили раньше. Хм. О, смотри-ка. Смотри, какой гордо. Эй, царь гордо. У него прям корона какая-то на голове. Бью ног гордо. Любит мясо. Понятно, мы к тебе когда-нибудь вернемся. О, сейчас-то мы откроем карточку. Ну, наконец-то, все открыли. Смотри, а тут еще телепорт есть. Значит, этот телепорт ведет еще в другое место. О боже, это значит не последняя карта. Руины, руины. Что? Это что? Это оазис, что ли, какой-то? Ты посмотри, как прикольно. Чаша какая-то, в нее, походу, что-то нужно положить. Здесь есть подсказочка, давай прочитаем.
пустыне, конечно, место суровое, но здесь есть уголки, как этот, где жизнь так и ждет, чтобы проникнуть обратно в почву. О, вот и солнце взошло. Вот это настоящее солнце. Слушай, ну тут очень красочно. Просто эпично красочно. Так, а что там? Ой, какие... Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Какого? Да. Хотел посмотреть, что там на дне, а там оказалось песчаное море. Но я забыл проверить энергию в ранце. И поэтому я... Двойная пицца я, короче. Тупица. Ну что ж, я сейчас пробежал по всем своим загончикам, покормил своих слаймиков, собрал плортики, все это продал и получил 27 тысяч. Пойдем теперь зайдем ко мне в домик. Так, звездная почта, что там? Кейси. Пока, Кейси, твои письма не интересно читать. Премиальный клуб. Значит, вот что я хотел коллектор Плорт Маркета купить. Покупаем. Обновление грота. Воу, ну-ка давай купим. Пошли быстренько сбегаем в грот. Как же он там обновился, интересненько. Воу, ты посмотри-ка, как он преобразился, какие здесь кристаллы выросли на потолке. Прям словно этот грот стал теперь не только для фосфорных, но и для кристальных слаймиков. Я думаю, что я как-нибудь совмещу фосфорных и кристальных и запущу их сюда. Но пока грот пустует. Где мой коллектор, который я купил за 6000 монет? Коллектор? Эй-эй, лаборатория, давненько я здесь не был. Значит, давай глянем здесь. Техническая технология... О, коллектор Плорт Маркета, точно! Значит, что мне нужно? Гексосота, королевское желе... О, так у меня все хватает, круто! Сейчас еще розовых плортов сюда притарабаню и будет ништяк. Будет шик. Подожди, это что тут делается? Ого, прикольненько, что тут собирается. Так, ладно, пошли. Еще 5 плортиков не хватало. Сейчас закинем. Во, все. Давай, технология, готовься. Изготовить. Королевское желе, которое у меня было всего одно единственное, потрачено. Ну, а Плорт Маркет я поставлю где-нибудь вот здесь. Прям посередине. Сейчас забомбехаю. А, во, погоди. Только здесь, что ли, можно? А там никак. Вот мне теперь еще и носить сюда. Ладно, давай-ка посмотрим, вон там еще можно. Местечечко есть. Во. Давай-ка, наверное, здесь поставлю. Так, технология. Установить. Во, ништяк. Просто чума. Теперь мне не нужно будет носиться туда, в основной плотосборник. Просто берем вот так, оп-оп-оп, набрали, и продали прямо здесь. Блин, ну это же просто кайфово. Так, значит, мы вернулись в лабораторию. Я хочу создать телепорт, потому что бегать от дома до храма слаймиков очень далеко, поэтому надо сделать телепорт. Вот, например, розовый телепорт. Значит так, нужно 25 этих, я достану плортиков. Глубинный сильный раствор мы сейчас добудем. Я сейчас сделаю насос, насос бурно для... Во, насос для начинающих. Ну, это, конечно, уже не серьезно, нужно купить посерьезнее насос. У нас там где-то он был, сейчас глянем. Так, насос для продвинутых, вот то, что нужно, покупаем. Что там нужно на него? Просто побольше плортиков нужно собрать. Отлично, сейчас соберем. Вот, значит, розовый плорт, пожалуйста. Мяуровый плорт. Все готово. Итак, заходим, где этот насос? Насос для продвинутых. Изготовить. И теперь мне нужно отправиться в высохший риф. Воу-воу-воу-воу, стопэ, дайте покор... Да что ж такое, ты профукал опять золотого. Не успел его покормить. Ну что ж, вот мы и находимся в высохшем рифе. И давай поставим здесь наш насос. Куда его только поставить? А вот. Прямо здесь можно. Или куда покруче место. А вот где смайлики прыгают. Давай сюда поставим наш насос. Установить. Все. Через 12 минут можно приходить и вытаскивать все, что он накачает. Ну а пока насос качает, мы вернемся в храм слаймиков. И портнемся через тот крутой телепорт. Так, погоди, почему двери закрыты? По поводу этого дерева было очень много комментариев. Говорили, что нужно стрельнуть в него водой, либо кинуть в него фруктиком, или чем-нибудь еще, и тогда оно появится. Ну что ж, давай проверим этот факт. Так, у меня есть вода, вот она, сейчас стрельнем. Нет, как видно, вода только походу усугубила положение дерева, вообще пропала. Ладно, зато у меня есть фруктик, мы сейчас найдем другое дерево и попробуем пульнуть в него фруктом. А еще попробуем пульнуть в него квантовым слаймиком. Может быть, это поможет. Вот сейчас-то мы разберемся. Вот еще одно дерево. Давай вначале попробуем квантовым слаймиком стрельнуть. Нет, не помогло. А фруктиком? И фруктом тоже не помогло.
Ну, давай еще раз попробуем водичкой. Да. К сожалению, увы и ах, ни один из способов не подошел.